Привет, друзья! Пускай вас не смущает мое небритое лицо. Это сделано специально. Все потому, что сегодня будет распаковка и тестирование вот этой вот бритвы. Бритва от Peak Hybrid Flex 5. Но у меня их две. Знаете почему? Это интрига. Потому что в конце этого ролика будет объявлен конкурс для подписчиков. И подписчик, который справится с заданием, получит второй комплект. Но для начала давайте посмотрим, как я покупал эти бритвы. Берем новинку от Peak Flex 5 гибрид. Цена 331 гривна за 4 лезвия. То есть где-то 80 гривен с копейками получается одна бритва. Ну, попробуем новинку. Возьмем две, вторую для подписчика. Давайте подробнее рассмотрим эту бритву и сделаем ее распаковку. Вы видите вот такой достаточно удобный блистер. Вся информация есть как на передней стороне, так и на задней. Вот пентаграмма, которая говорит, что здесь 5 нанотехнологичных лезвий. Название Flex 5 Hybrid, торговая марка Peak. Переворачиваем. Что мы видим здесь? В наборе идет 4 кассеты, которые легко монтируются, вставляются в ручку. Они вот таким вот образом соединяются. А вот полный комплект. Давайте посмотрим на страну-производитель. Это французская торговая марка. Я понимаю, что у них заводы по всему миру, и в данном случае эта продукция произведена в Греции. Мы помним, что в Греции все есть. Греция — это Европа. Ну, то есть, в данном случае мы получаем товар европейского качества, что немаловажно. Для того, чтобы распечатать, вот здесь вот есть такое углубление для пальчика. То есть, мы сюда вставляем пальчик и резко дергаем вверх. Освобождаем от остатка бумаги, она нам, собственно, не нужна. И достаем бритву на такой вот удобной подставочке. Смотрите. Есть ручка, которая очень приятная на ощупь. Вот смотрите, таким вот образом работает механизм, в который вставляется кассета. Достаточно тяжелая ручка, что позволяет очень комфортно бриться. Смотрите. Не скользкая. Тут такой каучук, я чувствую. Каучук — это резина. Вот. Отрываем, смотрите. И вот так вот, легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты. Вот так вот выглядит бритва в сборе. Так, что еще хочу сказать. Смотрите, 5 независимых друг от друга лезвий. Вот эта вот полосочка, она с витаминами, с алоэ вера. И вот бонус, 6-е лезвие для труднодоступных мест. В процессе бритья я вам продемонстрирую, насколько это удобная штука. Ну что, я переодеваюсь и иду бриться. Идемте со мной. Ну что, начинаем. Каждый раз во время бритья представляю себя Дедом Морозом. А у вас есть такая фантазия? Итак, снимаем защитный колпачок и поехали. Теперь смотрите, как работает лезвие для труднодоступных мест. А
Они обычно вот здесь вот между носом и верхней губой просто подбриваются. Потому что бритву туда в нос пихать неудобно. А так себе. Ну что, 1,5-2 минуты, и я снова побритый, красивый, молодой. Комфорт очень удобно. Легко держится в руке, не скользит руки в воде. Порезов, видите, нету. Бритье достаточно чистое. Ну и, собственно, достаточно острое. Чувствуется, как вот прям снимается все. То есть мне понравилось. Рекомендую. Как мало нужно мужчине. С утра проснулся, почистил зубы, умылся, побрился и уже красивый. А что вы думаете по этому поводу? Какая отвратительная рожа. О, боже, какой мужчина. Настоящий полковник. А вот и обещанный конкурс для подписчиков. Эту бритву получит тот из моих подписчиков, который в комментарии напишет 3 важных причины, почему именно он должен получить эту бритву. Причем нету ограничений по количеству комментариев. Вы можете написать хоть 25 комментариев, но каждый раз должны быть 3 новые важные причины. Я объявляю этот конкурс. Конкурс закончится 30 сентября 2019 года. 1 октября я подведу итоги. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, это пальцы вверх. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам формат таких видео. Продолжать ли мне видео распаковки и тестирования продукции. С вами был Сан Саныч, вы были на канале Взрослый Разговор. Пока!